Добрый день всем. Привет с Харькова. Вот хочу немножечко пройтись, иду, бегу на работу и с собой вас беру. Сегодня у нас 7 декабря. На улице мороз минус 9 градусов, снега нет. Такая у нас погода. Отключают свет на 3-4 часа. Вот, вода есть, тепло есть. Не очень, но тепло. Это вкратце наша обстановка, потому что ветер сейчас пока притихло, я немножечко вам рассказала. Мы живем. Нечего больше добавить. Живем и ждем мира. Обещают на этой неделе повышение температуры, что мороз спадет. Ну, даже уже на сегодня обещали, что немножко спадет. Но нет, 9 градусов. Утром даже люди еще есть, ходят. Ну, конечно, не так много. Вот, открыли кафе. Помните, оно было тут с побитыми стеклами. Очень уютное, хорошее кафе. Светофоры на этом перекрестке работают. Светофоры как-то включаются периодически. Вечером, о, смотрите, какой украсили новогодней елочками. Новый год. Жизнь все равно продолжается. И давайте еще тут. А, там нету. Здесь нет новогодних украшений, хотя олень сидит и подарки. То есть. Пожалуйста, готовьтесь к подаркам. Новый год никто не отменял. И на него огромные надежды. Так, зеленый свет. Сейчас он посмотрит. Вести быстренько. Ты едешь. Он едет, куда он едет, он едет. Едут кто как хочет. Уже, в принципе, предупредили. Пожалуйста. Водители, соблюдайте правила дорожного движения, потому что немножечко расслабились, машин мало, светофоры не работают, и некоторые могли себе позволить ехать как попало. Вот, но очень в связи с тем, что у нас вечером, в принципе, не освещается город, город темный, дороги не освещаются. И очень много людей погибают на дорогах, потому что водители просто не видят пешеходов неосвещенных. И просят одевать светлую одежду светлую, чтобы и фонариком себя присвечивать, чтобы водитель видел, что впереди идет человек, переходит дорогу. Ну вот как-то так. Магазины работают, банки работают, люди возвращаются, вот. Поэтому город как бы живет. Он все время жил, а сейчас больше наполняемости города. Шарики какие. Так.
что не работает.